Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. В студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Вести обязательную проектную экспертизу в малоэтажном строительстве предлагает Общероссийский народный фронт. Речь идет об объектах высотой до 3 этажей, которые возводятся с привлечением денег дольщиков. Мера позволит избежать проблемных ситуаций, подобных новому Сергеева, полагают в региональном штабе ОНФ. Согласно градостроительному кодексу, проектная документация объектов капитального строительства подлежит оценке экспертов и сейчас. Однако это не касается малоэтажных домов. С января прошлого года проведение госэкспертизы стало обязательным для всех зданий, независимо от этажности, если они строятся с привлечением бюджетных средств. Однако в иных случаях малоэтажные дома по-прежнему могут возводиться без оценки проектной документации и результатов геологических изысканий. По сути, подрядчик строит объекты на свой страх и риск, и под угрозой оказываются деньги дольщиков. Показательным примером стала ситуация в поселке таунхаусов Новые Сергеева, где в том числе из-за ошибок в проектировании до сих пор сданы лишь 5 из 18 домов. Если бы проектная экспертиза малоэтажек была обязательной, ситуации с дольщиками, оставшимися без жилья, удалось бы избежать, полагается председатель регионального штаба ОНФ Дмитрий Сергеев. Кировские активисты рассчитывают озвучить предложение во время федерального форума ОНФ, который состоится в декабре в Москве. Дайджест недвижимости. Аренда 3-комнатных квартир в Кирове подешевела почти на 10%. Средняя ставка по городу упала в ноябре с 18,5 тысяч до 16 700 рублей. Также стало дешевле арендовать 2- и 1-комнатные квартиры. Падение составило от 60 до 200 рублей в месяц, сообщает аналитический портал Re-Kirov.ru. Единственный сегмент, где ставки немного выросли, это посуточная аренда 3-комнатных квартир. Стоимость изменилась незначительно, в пределах 1,5%. Дешевле всего в ноябре можно было снять 20-метровую студию на улице Мира. Ее предлагали за 3 тысячи в месяц. Самая высокая арендная ставка ноября – 2-комнатная квартира на Молодой Гвардии. 78 квадратных метров собственник оценил в 40 тысяч рублей в месяц. Дайджест недвижимости. 17 тысяч рублей потеряла кировчанка, пытаясь снять квартиру у мошенников. Потерпевшая обратилась в полицию и рассказала, что объявление о сдаче квартиры в аренду нашла на одном из сайтов. Она связалась с арендодателем, который попросил перевести оплату за квартиру и залог за месяц. Кировчанка, ничего не подозревая, перечислила 17 тысяч рублей. Арендодатель же, получив деньги, исчез. Сейчас в отношении неизвестного возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщает Ньюслер.ру. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.